порядком. Да смотрим, чтобы все за контролем шло, за планом. Наблюдаем, чтобы никто краской не облился, на покрашенное не сел. Ну, чтоб подобное не произошло. А кто вам такую миссию доверил? Сами. А вы сами красили, что-то сегодня делали или только за порядком смотрите? Не, мы еще ничего не... Я сегодня немножко мусор только, а потом жалко, краски не хватило. Так бы мы что-то покрасили. Да, мы можем еще что-то покрасить. Только нам нужна защитная форма от краски. Ага. Чтобы я не шел уже домой весь в краске. Ну и как порядок? Нормально. Да, сейчас пока все идет по плану. Тетя прошла, мы предупредили, что скамейка покрасила, чтобы она не села. Ну это тоже очень важно. Да. Пока вы справляетесь, ну чтобы человек не вымазался, да? Справляетесь?